Пане Геннадію, поки ви піднімаєтеся, цей рік для вас був непростим. Ми це точно знаємо. Добрий вечір. Як думаєте, що це було? Бойовик, трилер чи щось комедійне? Так, звичайно, проходьте. Добрий вечір. Добрий вечір, уважаємо друзі, уважаємо гості нашого міста. Дами і господа, іскренне рад всіх привітувати в нашому сонячному, гостеприємному місті. Мы сегодня хотели сделать немножко меньше солнца, чуть переборщили, дождик покапал. Но, в принципе, получилось неплохо. Что вы меня спросили? Вы спросили по поводу... То, что с вами... Я повторю, Олеже. Перипетії життя протягом року подарували нам багато емоцій навколо вашої персони. Якщо це буде фільм, як запропонував пан Анатолій, що б це було, якщо б ви в прототипі, в головній ролі в цій стрічці? Да. Вы знаете, я совсем недавно с этой сцены передавал привет в НАБУ. Наверное, придется еще раз передать. Вот не надо. Вот, на самом деле, очень рад сегодняшнему событию в городе. 9-й кинофестиваль Одесский. Это событие, грандиозное событие, яркое событие и очень красивое для Одессы. Я очень рад, что сложился рабочий тандем. Город... руководители, организаторы кинофестиваля. Огромное спасибо, Виктория. Сергей, спасибо вам огромное за постоянство и любовь к нашему городу. Спасибо. Вы знаете, мы говорили сегодня много обо всем. Я хотел бы поблагодарить отдельно организаторов кинофестиваля за то, что, знаете, каждый кинофестиваль чем-то мы добавляем какие-то опции, если так можно сказать. И сегодня очень важное для нашего общества, для города в целом, вот та социальная опция или социальный проект, который присутствует на сегодняшнем кинофестивале. Я знал, что организаторы предусмотрели часть денег, собранных от продажи билетов, пойдет на лечение больных детей. Огромное вам спасибо отдельное за это. Я желаю всем хороших просмотров, впечатлений, как от кинофестиваля, так и от нашего города. Мы старались. Мы старались создать атмосферу в городе. Мы создали и старались создать и показать город очень красивым. Счастья всем, успехов, удачи, Божьей милости, всего самого-самого хорошего. В принципе, у меня все. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо, пане Геннадію.